День сурка. Слева дверь, справа дверь, сзади стена, перед глазами окно, кофе, кофе, кофе. Ничего не изменится. Эмоции на обстоятельства. Какие они? Ой, а что такое ограничение? Замкнутость или возможность? Посмотрим, что там в окне. Отблески? Показалось. Да нет, там солнце. Отмотаем назад. Что-то было по глаза смотрящего. Задумалась. Фильтры. Попробуем раскрасить окно. Смена. Переключаем канал. Остро. Неприятно. Страшно. Вроде и рогатая призма. Может быть, в симпатичных узорах. Наблюдаем. Эх, переключаем. Давно не убирались мы в своей голове. Стекла запотели. Их просто давно не мыли. Внутри голова вся грязная, замусоренная всякими суетными мыслишками. Бесполезными такими действиями. Переключаем. Снова переключаем. А если фильтр перед нашим окном будет зеркалом? Мы во всем увидим отражение себя. Милого, смешного, противного, любимого, рассерженного, но себя. Можно взять и нацепить чужую маску. Переключаем. Посмотрим на себя со стороны. Побудем просто наблюдателем. Ого, я и не знала. Переключаем. Вот и какое счастье кудрявое. О, что у нас в голове, и почему мы не можем вставать? Вот с такими счастливыми кудряшками, с таким маленьким мешочком радости и спасибостей. Ну и анализатор же мы. Пойду-ка я выпью кофе. Хватит уже о великом, а?